Добрый день, я детский писатель, зоолог, эколог, член Арктического совета, эксперт в области Арктики, ну и детский писатель. Я написала несколько книг о животных Арктики, и сегодня я прочту вам один рассказ, который называется «Счастье» из книги «Гришка». А Гришка – это имя маленького овцебычка. Итак, рассказ «Счастье». Чтобы прилетело счастье, нужно замереть и почти не дышать. А еще нужно голову поднять повыше и на небо смотреть, желательно в сторону солнца, чтобы нос совсем теплый стал. Счастье любит сидеть на теплом носу и на солнечной стороне. Счастье, оно такое тихое, легкое, почти невесомое. Ножки тонюсенькие, как волоски, а прилетает оно на чудесных крыльях. А крылья у него волшебные, необычайно красивые. Где счастье находит такие цвета? Наверное, в цветах. А у нас на севере они цветут недолго, ведь лето у нас короткое. Но зато их много-много, и они покрывают землю ярким, разноцветным ковром, как в сказке. Наверное, счастье живет именно там. Я жду его с радостью. Когда оно прилетает, я его оберегаю, чтобы не спугнуть. А когда оно прилетит в следующий раз? Ведь неизвестно. Когда счастье улетает, я смотрю ему вслед и наслаждаюсь его красотой. Оно исчезает в облаках, а я остаюсь его ждать и мечтать о нем. Я очень хотел познакомить Ромку и Тайсона, это мои друзья, со своим счастьем. Ведь я не мог рассказать о нем, а только показать. И вот однажды, когда мы готовились играть и собирали для игры камни, я поднял голову и увидел летящее на меня счастье. Я замер, чтобы оно не испугалось и не улетело. Счастье село ко мне на нос. Первым увидел мое счастье Ромка. Он откуда-то знал, что счастье легко спугнуть, и не побежал ко мне, поэтому все сделал правильно. Он указал на меня Тайсону. Тот, видимо, ничегошеньки в счастье не понимает. Начал громко лаять, прыгать вокруг меня. Сквозь шум, поднятый Тайсоном, я услышал, как Ромка весело сказал: «Бабушка прилетела к Гришке на нос». Оказывается, Ромка мое счастье бабушкой называет. И мама Зина для него тоже бабушка. Так значит, для Ромки бабушка Зина – это счастье? От такого шума и переполоха счастье недолго сидело на моем носу. Взмахнуло крыльями и полетело. Но моя мечта сбылась. Мои друзья увидели мое счастье. В это мгновение и я был счастлив. Я провожал взглядом улетающее в облака счастье и словно летел вслед за ним. Мое умиротворение нарушил Ромка. «Гришка – это бабочка, называется махаон». Вы думаете, я расстроился, что мое счастье – бабочка? Нисколечко. Наоборот, я понял, что счастье живое. И что оно меня выбрало – это настоящее чудо. И если вы скажете, что это не чудо, тогда ответьте на вопрос. А вам на нос когда-нибудь садилась бабочка?